Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto E32S. И сейчас мы разберемся, как настроить дату и время на данном телефоне. Итак, для начала мы переходим в настройки. После чего спускаемся в самый низ к разделу «Система». Переходим по этой кнопке, после чего нажимаем «Дата и время». Здесь у нас все настроено автоматически почти. Так, региональные настройки по умолчанию. За что они отвечают? Когда они отключены, вы можете управлять вот этой настройкой 24-часового формата. То есть вы можете переключить ее на 12-часовой формат. Такой американский формат времени. Когда включена эта настройка, здесь вы ничего поменять не можете. Потом, часовой пояс сети. Благодаря этой настройке вы не можете изменять часовой пояс. Когда выключена эта функция, можно еще включить эту, но при этом часовой пояс можно будет изменить в любой момент. То есть можно будет поменять и регион, и часовой пояс. И теперь, например, у нас совсем другое время, чем было изначально. Но если ставить настройку по сети, как только вы получаете доступ к Wi-Fi, часовой пояс определяется автоматически. К Wi-Fi, к мобильной сети, неважно. Также можно нажать на эту кнопку, выключить, и можно будет туда настраивать и дату, и время, так как вам угодно. Настраивать время автоматически, использовать время сети. И тогда эти кнопки не будут доступны. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!